Добрый день, на связи планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Хайма 8С 2023 года в красном цвете с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, мощностью 195 лошадиных сил, АКПП передний привод, имеется спойлер, установлены рейлинги на крыше, парктроники, камеры кругового обзора, автомобиль на литых дисках в хорошей резине, установлены хромированные вставки, имеются повторители в зеркалах, автомобиль новый, по салону кожаный салон, чисто ухоженный, имеется панорамная крыша с люком, помощь при спуске, контроль полосы, электроручник, кондиционер, климат-контроль, мультимедиа, кнопка старт-стоп, мультируль, круиз-контроль, система курсовой устойчивости, корректор фар, электрорегулировка зеркал, электропривод передних сидений, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.